ұйымдастыруға мүмкіндік бар. Ақжайық футболшыларында Игорь Худабяк, Сапанов, Ткачук болатын бұл. Нұрғалиев қазір бір футболшын алдап өтіп. Сохранил мяч Еркен Топалов. Три минуты добавляет главный арбитр матча Данияр Сахи. И сейчас Акжайк всеми точным. И кто-то из них вполне сможет пробить головой. Агрессивно действуют в отборе шымкентцы. Орталғанда Акжайк Допен, Чачуа, және Ткачук, Антипов тадо. Минут бұрынғы сәт. Таэров. Марьянович. Және бұл жерде тәртіп бұзылды. Ткачук. Перехват мяча. Сам решил. Этот грузинский специалист уже работал в Казахстане, возглавлял он алматинский Кайрат. До Кайрата был главным тренером сборной Грузии. Также в его карьере, тренерской карьере, были такие команды, как Интер Баку, Стандарт Баку. Акжайк в атаке. Иван Антипов в окружении четырех. Ждет поддержка своих партнеров. Передача за первым нападением Казахстана Антипов. Не дали ему пробить поворота. Ткачук. Передача на фланг. Галиев. Вот раз за разом ему удается теперь уходить. Ткачук под правый мяч. Ну, бить он не будет и вообще не бьет издалека. Мане. Еще молодый, но такие уже бородатый. Талант. Полтавской Ворскла. Ткачук обходит суперника. На Хлебаса. Обоснаре. Збунь. Вибиває Одарюк. На м'ячі Павло Рябинок, але якось несміливо пішов на цей м'яч. І ледь гості не організували свою атаку. Після цього перехоплення. М'ячем. Одарюк. Ткачук. Непогана передача. Може бути гостро. Залічнюк там. Якщо говорити про психологію. Петров. Зачепився. Ткачук. Ткачук прибирає Петрова. Петров фолить. І як наслідок дотик пробувати у Мамишева шансів не було. А обробити м'яч він не зміг. Опередил его все-таки. Хотя момент был, ну, неплохой для развития атаки. Прекрасно сыграл Ткачук у відборі мяча. Рябинок на Ткачука снова. Нова передача. Футболістики веде грузовою команди. Практично більшість атак починається саме через Сергія Кравченка. Яка помилка у центрі поля. Ткачук набирає швидкість. Ткачук є під... Відбору на Євро 2017. 31 травня и 2 червня в матче памяти на Мариале Лобановского. Прекрасно навода зараз у Хлебаса, який грав. Подача до штрафного. Прекрасна подача! Ну тут все зрозуміло. 3-0. Пенок зашпортався, повертав йому Шиндер. Аут для полтавської Ворскли. Дуже швидко його вкидають ворскляни. І спроба продертися до воріт суперника. Фол. Ткачук бьется. Налево. Теперь попробует Урайцы что-то сообразить впереди. Готовится замена. Четвертый номер у Акжайка уже на бровке поля. Давайте досмотрим эту атаку. И подумаем, кого же он сможет заменить. Ткачук нужно бить. И это гол! 1-1. Говорили мы про Ткачука. Говорили, что этот парень умеет бить. Издалека. И судя по той радости, которую мы видим на трибунах, не все ожидали такого расклада.
что ж, у нас готовится выйти на поле четвертый номер, Владимир Покатилов. Стандарты. Дуже сильна сторона команди Василя Сачка. Ну а тут просто катастрофічно грає. Обок. Віддає праворуч на Турсунова. Санжар Турсунов має зону. Пробиває Турсунов на добиванні Громов. І Пластун. Пластун рятує свою команду. Проте атака Ворскли триває. Та ще здається, у власного гравця влучив гравець Ворскли. Продовжується ця атака. Нема кому вдарити. І все ж таки гол. 3-1 на користь полтавців. Ну і хто забиває? Ткачук. Левим флангом тепер попитаються. Пізелі до м'яча не добирається. Антіпов. Получится ли быструю контратаку у уральцев организовать. Худобяк набирает ход. Мане был в офсайде. Худобяк. Тем не менее, ошибка Джейка и захлебнулась ответная контратака у уральцев. Перевод мяча направо. Здесь Малик Мане поддерживает. Рішулар Назаром засмотрит. Кина за отходок. Мюльдебар за отходок. Ткачук. Алстан. Худобяк. Тамаша Гургенекен. Игорь. Қорғанысқа көмекке келді. Ткачук қазір топта Малик Маненің бағытына қарай асырды. Бұл жерде Астана ойыншыларында Тамас. Тамасқа қарсы 2-1 футболшы ойнаған. Топты тартып алды. Ткачук және алға қарай пас асырды. 2-1 футболшы Мане және Дмитрий Огай. Қақпада Нұрлыбек Ай. Әзбаев, алтыншы Лаша Кастрадзе қорғаушы, Денис Главина үшінші қорғаншы емді, Дэвид Мавутер қорғаушы 14-ші. Кої у центрі поля, загрузають інколи там футболісти і не можуть вийти поближче до воріт суперника. І відтак ця гра без моментів. Наразі нульова, без нічий. В стінах грає Ворскла. Прекрасна сонячна погода. Не тільки для того, щоб пограти у футбол, але й відвід. Виша кара! Тарасьов! Ац, це проходить.